Ребят, сейчас... О, вот нас смотри! Офигеть! Ну вот, песня экранчики! Я просто трачу свой тайм на себя, тебя, тебя. Я просто трачу свой тайм на себя, тебя, тебя. Время постреляет между нами борьба. О, да мы победим! Может, он там поет, нет? Да. Там поет? Там видно. Офигеть, там поет. Да, не держи. Черная футболка. Там? Да, да. Я его только там вижу. Всем привет! Я на матче финала пути РПЛ Кубка России ЦСКА Урал на Екатеринбург-арене. Болею за Урал. Время. 6:57, 3 минуты до матча. Вот тут моя сестра. Уважаемые болельщики. Вот. Сейчас пионе лето, сейчас начнется матч. Вот смотрите атмосферу стадиона. Вот. Сейчас будут выходить кебабы. Вот, смотрите. Смотрите, пришли за победой. Я честно не болела за Урал никогда, но здесь грех не болеть, такая атмосфера. Моя сестра со мной тут. Помаши! Она очень рада, да? Покажи еще, раз тряпичка не влезла. Ровно 7 часов, сейчас начнется матч. Погнали! 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Урал, вперед! Урал, давай! Урал! Я думала, я не буду играть. Урал, давай! Короче, у нас зона тут вот здесь вот Урала, поэтому если на наши ворот мы орём. Сейчас матч у ЦСКА. Матч у ЦСКА, я как комментатор чисто. Все, ребят, я буду вас вести в курс дела, в общем. Вот, такие дела. Я верю, что выиграет Урал. Ваши прогнозы? Кто выиграет? Надеюсь, что Урал. А, основное время или серия пенальти? Я чувствую, что серия пенальти. С каким счетом ты бы хотела, чтобы хрен выиграть? Да хрен выиграть! Ребята, в наших ворот! Я думаю, что серия пенальти со счетом 5-4 в пользу Урала или 5-3 в пользу Урала. Все. А основное время пусть будет 1-1. Просто оцените атмосферу, ребята. Урал! Урал! СКА забил, короче. Идет проверка гола. Господи, лишь бы не засчитали, а. Они с углового забили, ребят. Блин, мне так обидно, если честно. Урал! Урал! Я вперёд сейчас болею за Реал. Ой, за Урал, курял. За Реал я так болею. Господи, прикинь, какая атмосфера на матчах Лиги Чемпионов. Да, или финал Лиги Чемпионов. Повторов нет, вообще кринж. Кенфеев чисто стоит, чили. Разминается. Ему вообще кайфово. Сестра сказала, что не хватает комментатора. Я об этом даже не думала, если честно. Мы обсуждаем непринужденность Кенфеева. Типа, что вот там болельщики за него орут Урал, он спокойно стоит, ходит, никуда это видно, да? В принципе, так себя и должен вести этот футболист. А сейчас ЦСКА забила, кстати. Ну, так вот поле перерыва выглядит. Короче, я опоздала на
перерыв, я успела заблудиться, потому что я пошла не тот ход, пошла начали не на то место. Вот. А, походу Урал забил, и сейчас будет проверка мяча. Все, сейчас будет пенальти, ребят. Давай! Блин, лишь бы Кентрин пропустил. Лишь бы не было, как в Испании. Урал, забей! Давай! Смотрите, там прям волна идет на этом секторе. Самый активный сектор просто. Короче, ЦСКА в атаке, но я надеюсь, что они не забьют. Короче, ЦСКА забил. Мяч ворота команды Урал забил Федор Чалов, номер 9. Ты заметила, что одно столкновение только было? Один приход включили там. Понимаешь, да? Вообще практически без этого. Без валяний. Необычно, да? Обычно этого много в матчах. Не, ну эти последние минуты не стоили всего, да? Уважаемые болельщики, матч футбольного клуба России Урал ЦСКА завершился. Смотрите, как красиво стадион светится. Короче, к сожалению, Урал проиграл. Но, как я сказала, у него есть еще шанс. Но, мне кажется, болельщики расстроены. Все-таки как-то тихо они идут. Да-да. Да, давай. Я сейчас нахожусь в аэропорту. Это уже начало моего нового блога, по идее, но нет. Короче, по поводу матча. Мы идем на матч, и мы понимаем, что нам нужно купить бутылки с водой. А я не знала, будет ли они на стадионе, поэтому я предложила купить заранее. И мы пошли, короче, в какой-то магазин продукции, полукиоска. И там были, короче, бутылки 0,5 за 40 рублей и 1 литр за 45 рублей. И моя сестра решила взять 1 литр и 45 рублей. И я чувствовала, что нужно с ней поспорить и взять другую, но все-таки не стала, потому что разница 5 рублей. Света, можно не сдавать эти звуки? Хорошо. Как я потом на монтаже их буду убирать? Да, все хорошо, да, можешь повторять, да. Да. Это мы тоже уберем. Да. Вот, да. И короче, и в итоге, ну, оказывается, нельзя приносить жидкости больше 0,5, а мы не знали об этом, и, короче, и мы выбросили эту воду, мы потратили 45 рублей пустой, а потом мы купили бутылочку на стадионе, что 0,3 литра за 100 рублей. То есть, 0,5 вот, ну, там было. 0,5? Да. Ну, хорошо, 0,5 за 100 рублей. То есть мы могли купить 0,5 за 40 рублей, в итоге купили 0,5 за 100 рублей. Вот такие вот мы лохи. Вот, всем пока. Всем здоровчик. Ну что ж, это был мой первый влог на YouTube. Да, он вышел спустя там месяц матча, даже, наверное, больше. Ну да, прошло даже больше, чем один месяц. Этому есть разные причины. Ну, я вначале уехала в Москву, потом у меня конец года, всякие долги, потом я начала работать. И плюс... Наверное, просто отсутствие дисциплины, лень. То есть в моем мозгу еще нет понимания, что надо монтировать видео. Я просто не привыкла, наверное, это делать на постоянной основе, поэтому как-то тяжело все настроить на это. И плюс я не очень люблю монтировать, но зато когда я начинаю, меня захватывает. Вот. По поводу матча могу сказать, что сейчас вот завтра будет финал, ну, вернее, суперфинал Кубка России, там играет ЦСКА и Краснодар. И
Я, получается, да, у меня болельщица Краснодара и... Ой, Краснодара, господи, ЦСКА. И, ну, я перестала за них болеть, получается, в 22-м году по истечении вот сезона 21-22, потому что, ну, они меня очень расстроили, что они могли войти в тройку, а в последний момент они все пропустили. Но вот после этого матча они как-то, ну, ЦСКА вернули мне веру в себя, что они, ну, достойно играли, они там не затягивали время, они, правда, очень круто играли, я поняла, что дальше хочу за них болеть. Потом еще Урал окончательно вылетел из кубка, и я поняла, что я снова болею за ЦСКА, и я очень рада, что у них второе место в РПЛ, это очень круто. И, в общем, теперь я болею за ЦСКА, я очень надеюсь, что они выиграют суперфинал, вот. Я очень рада, что я сходила на матч, я надеюсь, что я еще буду ходить на матч. У меня пока нет фан-айди, но тем не менее. Вот. Вот такие вот дела. В общем, я постараюсь выпускать видео чаще, совладать их со своей дисциплиной, потом, когда у меня будет возможность, я наймусь все-таки монтажера. Ну, скоро, не знаю, насколько скоро, но, в общем, постараюсь хотя бы там через неделю, ну, в общем, не позднее, выпустить влог с Москвы. Я там была на майских праздниках. Вот. Всем мира, всем добра, всем удачи, всем пока!